Строгие костюмы, вечерние платья, прически, над которыми колдовали, скорее всего, не один час. Выпускной, без сомнения, пока самая светлая и яркая ночь в жизни вчерашних школьников. Мамы, папы, бабушки, дедушки, конечно, пришли поддержать своих чад. Хотя для ребят и закончилось детство, для родителей они всегда останутся сыночками и дочками. Зал КДЦ «Дубрава» в этот вечер был похож на корабль-парусник. Символ неизведанных дорог, надежд, открытий и сбывающихся мечтаний. На сцене, на капитанском мостике, капитан корабля, директор гимназии номер 5 Ирина Рамазанова и ведущие вечера, заслуженный артист России Александр Левшин и заслуженный работник печати Московской области, диктор телеканала «Тонус» Светлана Конькова. Дорогие выпускники, время неумолимо идет вперед, отсчитывая секунды, минуты, часы, недели. Еще недавно вы стояли на перекрестке семи дорог, а теперь уже сданы последние экзамены, и вы выбрали свой дальнейший путь. Сегодня в жизни каждого из вас знаменательное событие. В плавание по океану жизни уходят ваши корабли. Для многих в гимназии пролетели 7 долгих лет. Еще дольше, наверное, тянулась экзаменационная сессия. Но вы подтвердили очень достойно все то, к чему вы так долго шли. Вы большие молодцы, мы сегодня вами гордимся, гордятся ваши родители. И я думаю, что от лица всех, кто сегодня за вас радуется, мы пожелаем вам, чтобы вы в жизни нашли себя, нашли свой правильный путь, чтобы вы были счастливы и чтобы вы помнили о той гавани, как сказали, которая выпустила вас в жизнь. А мы вас будем любить. Аттестат вручается. Вместе с аттестатом выпускникам вручались похвальные грамоты Министерства образования Московской области за особые успехи в учебе и участие в различных конкурсах. Вручение аттестата вчерашним девчонкам и мальчишкам, наверное, самый ожидаемый и волнительный момент выпускного вечера. Для каждого выпускника классные мамы нашли теплые и нужные слова. Счастливые родители тоже волнуются, ведь теперь их детям открыты все пути. Надо только суметь выбрать нужную дорогу. Хочется пожелать, чтобы на этом длинном пути вас, ребята, ожидала только удача, ждал бы успех, чтобы каждый из вас, идя по этому пути, выработал свою формулу счастья и следовал бы ей. Позади у ребят самое трудное испытание – сдача ЕГЭ. Что касается 5-й гимназии, то в этом году из ее стен вышло 3 медалиста и даже одна вступальница по русскому языку. Это неудивительно. Гимназия номер 5 входит в сотню лучших школ Подмосковья. О трудностях сдачи экзаменов, которые их миновали, ребята пошутили в своей сценке. Родители и учителя гордятся своими выпускниками. На праздничном вечере дети, сидевшие за партами, удивляли своих товарищей не только знаниями. Никогда я не забуду школьный вальс, что кружит меня по залу вместе с ней. Нас никто не Ребята поздравили своих учителей довольно оригинальным способом. Они написали имена любимых педагогов на плакатах, каждому подобрали оригинальный музыкальный фрагмент и, конечно же, вручили букеты цветов. Она была в Париже, и я вчера узнал, и только в нем одном.
еще вчера учили наизусть билет, парус и таблицу умноженья. И вот теперь грамматику взросления приходится нам пробовать на вкус. Еще вчера прилежно изучали смешные пифагоровы штаны. И вот теперь мы молодость страны, мы будущее ей пообещали. Еще вчера мы радовали маму огнем чернил пятерки в дневнике. И вот теперь слезинка на щеке, не включенная в школьную программу, учительница прячет в кулаке. И какой концерт без финальной песни, слез прощания с детством, надежд на счастливое будущее. Останусь телом на доске, останусь строчкой на листе, в твоих стенах дыханием лета. Останусь детской я мечте, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь. Но после концерта все спешат фотографироваться. Родители, дети, учителя, друзья. За школьные годы они стали одной большой дружной семьей. Молодцы, ребята, вообще постарались, все приготовили. Очень у них хорошо получилось. Молодцы. Приятно было смотреть. Отличная идея, потому что это очень правильная идея. Действительно, вся наша жизнь – это большое плавание. И школа – это один из тех кораблей, на которых дети плыли 11 лет. Очень понравился и выпускной, и концерт. Все было очень замечательно. Многие даже прослезились, потому что все было очень душевного и от чистого сердца. Да, очень понравился хороший концерт. Поздравили и родителей, и учеников, напутствовали. Все очень важно, все было. Осенью эти бывшие мальчишки и девчонки вновь вернутся за парты, но уже не в родную гимназию. Впереди веселая студенческая жизнь, незабываемые годы учебы в столичных вузах. Ну а пока страшное слово ЕГЭ уже позади, и ребята счастливы. Мы целые 11 лет к этому шли и сдали экзамены хорошо. Я думаю, что это заслуга наша, наших учителей, наших родителей, вообще всех. Но вообще это очень сложно, и я очень рада, что этот этап пройден в моей жизни, наконец-то. После официальной части, как и положено, началось праздничное застолье, игры и конкурсы. За одним большим столом, в зале, который тоже вплоть до угощений на столе был оформлен в морском стиле, ученики, учителя, родители вспоминали школьную жизнь, делились тревогами и переживаниями, старались запомнить каждый момент этого замечательного праздничного вечера. Все понимали, что многие, возможно, видятся сегодня в последний раз, и это, конечно, добавляло эмоций. Но вечером даже погода преподнесла сюрприз выпускникам. Дождь прекратился, и как только стемнело, в небо взметнули залпы праздничного салюта. А уже завтра для ребят наступит совсем новая, неизведанная, полная радости и тревог взрослая жизнь. Ирина Самойлова, Феликс Дорохов, Евгений Половинкин. День города.